Вот я, как психотерапевт, регулярно лечил всякие разные шопоголизмы. Раньше женщины-шопоголики убегали из дома и ходили по торговым центрам и не могли остановиться, пока все не потратили. Сейчас удобно, открываешь компьютер, и там тебе покупайте, типа, скидки, там то, все 50. И люди смотрят, и они могут днями выбирать, в корзину отложат, что-то смотрят, проверяют и так далее. У них ощущение, что это они совершают действие какое-то. На самом деле это убивание жизни, потому что сейчас это стало просто зависимостью, понимаете? Вот из-за цифровой среды. Вот они смотрят, и удовольствие не получат. Получают удовольствие в процесс просмотра. Поэтому, конечно, задача вот этой простоты жизни, она в том, чтобы получать удовольствие от самого факта своего проживания жизни. Понимаете? Не от вещей, не от предметов, не от статуса, не еще чего-то.